мужчина на этой картине обнял лошадь. Я уверена, что многие звезды, когда они выходят в журнале «Вива», точно так спят с ним в обнимку. Очень важно, что «Вива» 9 лет. Это означает, что у звезд накопилось достаточно изданий, достаточно миров, которые выходят раз в 2 недели. И они могут просто обложиться всеми страничками и любоваться другими звездами и вдохновляться ними и их примером. Многие издания, я не скажу подобного толка, потому что «Вива» она одна. На нее все равнялись однозначно. Несмотря на то, что все журналы хвалили себя, все равно равнялись стилю «Вива». И для звезд самой большой планкой попасть на обложку или хотя бы маленький какой-то квадратик, четверть странички. Остаются только хорошие. Все, что как-то не дотягивает до какой-то планки, особенно этого уровня изданий у звезды, оно исчезает. То есть журнал «Вива» остался. Это означает, что он хороший, это означает, что 9 лет было, будет еще помноженное на 2, будет 18 обязательно. Но очень хочется пожелать, чтобы для вас со звездами украинскими каждый год был ценен. Чтобы в первую очередь они вас вдохновляли на красоту, на существование. И чтобы вы хотели продолжать творить. Это очень важно. Журнал «Вива», продолжайте жить. Это самое важное.